Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу показать вам малинного жука цветоеда. Вот он малюсенький такой. В период, когда только начинают распускаться цветочки у малины, вот они вот только первые на ранней малине появляются, они там начинают сидеть. Жопками торчат из цветочков, едят цветочки, отлаживают личинки, которые в будущем будут поедать уже плоды малины. Вот они такие вот малюсенькие. Наносят очень большой вред малине. Вот. И в этот период как раз нужно ее опрыскивать. Вот, когда только-только начинают распускаться цветочки. Вот. Я вчера попрыскал B58. Но вот нашел жучков этих первых. И хочу показать вам вот сравнить с малиной. Как я в предыдущих видео показывал, что лучше обрезать иначе она начнет сохнуть. Вот это. Моя малина коротко обрезанная, это соседи. Хорошо обрезали. Прошлогоднюю, летом обрезали очень хорошо, но не дорезали. Некоторые начинают сохнуть. Ну и соответственно верхушки будут сохнуть. И ягода будет мелкая. Трудно будет ее убирать. Спасибо за просмотр.